самой Европе все сильнее витает дух войны дипломатической. Уличные митинги, как эхо дипскандала. Посольство Нидерландов в Анкаре забросали камнями и яйцами. А в Роттердаме протесты турков полиция разгоняла водометами. Все началось с того, что Турция решила вести агитацию за конституционный референдум не только внутри страны, но и за ее пределами. Европейские страны, Австрия, Германия, Нидерланды предупредили, что не хотят иностранной агитации на своих территориях. Германия запретила митинги в нескольких городах, где должны были выступать турецкие министры. Нидерланды даже запретили въезд главному дипломату Турции. А в субботу вечером не пустили министра молодежи в турецкое консульство в Роттердаме и выдворили ее из страны. Реакция не заставила себя ждать. Уже утром воскресенья к консульству пришли сотни турков. Стихийные митинги возникли и возле диппредставительства в Стамбуле и Анкаре. А первые лица Турции и Нидерландов обменялись взаимными обвинениями и даже угрозами. Подключился к конфликту и Брюссель. Там заявили, будут сокращать дотации на евроинтеграцию Турции.